Авилания Стелс и Бедун Хили. Может, дроида инвалида оставить Не, вардром? оставить 4 пусть будет. Не надо. На второй фазе там, блядь, пиздец. Ну, на второй, господи. Там попроще тогда будет Когда с ним. взлетки там пиздец, блядь, Да, хуярит. если все подходками будут, то вообще имба, наверное. Я вот думаю, оставить сопрот на сове или СПД выпить, хуй знает, что лучше. СПД пей. Ну, вроде здесь всегда СПД пьют. Нет? Ну, тогда СПД выпить. Ну ты ж дебуху сможешь прожать, когда Феникс вылезет. Ну да. Притом ну, в ЕБ двери. IQ хватит, как ты говоришь. ICQ. Попробуй Серхана пригласить. Да может не надо. Да он так плюс, просто плюс БР. Если упадет, то упадет. Ну так упадет. А если не упадет? Да, БР уже все. Если не упадет, значит потенция хорошая. А здесь нету ничего такого? Мне там же аптеки сказали. Вроде нету, да? А в Дисе вообще этот Синхан? Нет. Да, в Дисе. Да, в Дисе. Пишет в Дисе. Ой, даже Дис скачен. Ну давай, мин. Так, кто там танчит? Юлий Хулидринг, Притон на Бабе, да? Синхан, ты в Дисе? Да, да. Кто тебя унижает, скажи мне. Ты. Что? Тыкни пальцем. Спасибо. Потом их унижу, нахуй. Конечно, в цене они упали. Здесь же ничего, он не может убить нас. Упали? Ну, сейчас 8, я по 20. Просто пускай за кем-нибудь бегает за другой собой. Пока в контроле. Вон этот самый Синхан, смотри на Вадикона, делай как он. Значит, бы значит, что у нас? То же самое, Юля, значит, танчит инженера. Хулидринг этого с щитом. Бабу Притон, это когда все реснутся. Ну и с топором, соответственно, первый убиваем. Все, пейте, сопроты, ой, припоты, готовьте всю хуйню. Проверка и будем запускать. Чем нам припоты, блядь? На оружие 4 напыла дается на любого из танков, на кого хотите, но главное не на ДД. Вот. И секунд 10 ждите, и потом только начинайте заливать. Владикон, Авелания, Притон. Мы еще не запулили. Без я банка. Я еще все успеваю. Когда запулить, Притон, тогда ты тут? Банку везу. Притон. Он в кофе налетел. Что он? В кофе налетел, ушел. 2 минуты написал. Пиздец, кайф. Ну, блять, вы там друг друга хуесосите или что-то? Он, блядь, живет со 7-го подъезда от меня, я имею право. К счастью, я если отходил вы... и только сейчас любите подошел. Друг друга, и все надеюсь, нормально, надеюсь, ничего серьезного не было. Нет. Если что-то мне не понравится, то придется, наверное, кикать на кого-то. Хуесосить друг друга во время РТ не надо. Надо. Ты никто не хуесосил никого! Ладно. Сейчас. Кину фотку себе голову. Буду шредер. Смотришь за каким-то миликом и делаешь, как они делают. И вообще осторожно будь. Так и делаю. СС чего Вадикону нам, да? Ну тот мужик, он это бомбы под себя кидает. Может быть демона лучше? Тут у нас нет. Притон, спектр в демона. А, лема нету, да? Не Лема, не демона пока. Ну Хэлла-то Элем, наверное, так да? Хэлла же Элем подъезжает. Просто демон Притона даст вдвое больше, чем Хэлла. Ну да. Ну факт. Так, Притон, ты где танчишь? Примерно вот тут, да? Ну примерно там и танчи. Че нахуй? Все готовы, иду запускать. Слава, блять. Надо, да ёбаный. Ты на работе, блядь, голову забыл. Какую голову, нахуй? Я все одел. У тебя ее не было. Че, пизданулись, что ли? Все помним, да, куда это у мобы первого? Маба в ромбик ведем. Ромбик ведем в ромбик. Он должен умереть там. Он сейчас от кринжа умрет, блядь. От того, что 8 друидов? Да он в ахуе, вообще, наверное. Так, СС, СС, по Вадикону будешь кинать, по КД. Он самый топ. О, ебать, это что, оно нормально работает, что ли?
На тебе нахуй! Под очко твоё. Иди, блядь. Нахуй. Как он его заовнил, а? Охуеть. Теперь объясни, Славу, что такое овн. Такс. Объясни, Славе, что такое справедливость. Я бы сказал, да боюсь, блядь, опять из гильды вылечу. Правильно, боишься. Ну, не боюсь просто. Я понял. Я хочу. Я боюсь, я боюсь. А хули бояться? Страха нет. Мы пуганые, да? Я пуганый, да? Страха. Сейчас буду дряхлого бояться. Страха нет. Блядь. Страха нет. Ну, 31 год. Реально. Реально, перорально, блядь. Сейчас еще раз ёб. Не. Бля, смотри, Сенханс в одеконе все. Смотри, пошла его, блядь. Почему пока, Костя? Как дела? Блять, это неудобно, блядь. Максимально, но... Да. Пиздец, ты, конечно, отвёл её нахуй. Я её не отводил, блядь. Не повезло, блядь. В следующий раз спиной в ноги этого амбаста. Как мы бить-то будем потом? На столе. Отойдите. Так нормально. Все, стой, чиль, просто стой. Вам нормально там отвлекать? Потом со звезды ее начнет огромный брать. Вообще да, хочу. Вот душредер, внимание, пока не подходи к этому мобу, жди пока бомбу кинет. Не боя. Бомба, 5 секунд, готовимся. Не Москва, от советского информбюро, надо говорить. Там, да, о. Слава. Ёбаный пупы с ним. Бэмэ, блядь. Ебаный ты козел, блядь, реально. Запишем тебя. Какое оружие танчит, холодринг? Два танка. О. Два танка, охуенное название. Двух пожалуйста. На любого из них можно напуливать. Нет, сейчас что-то разъебет. А что это за хуйня, нахуй? Сенхан БР... Затихо, нахуй. Сенхан БР второй пати Рогу. Молодец. Ебать, спасибо. А, там Блэйдшторм, блять, в миле крутится. Ну, никто не собрал топор. Топор забирает ДК. Где ДК? Ну, у Юли спроси. Ну, она где-то, наверное, стоит там. Вот она ДК. Она не может его забрать. А где она? Уходит. Она ФК. Она ФК. Нахуй Юля! Ну так, Юля, давай просыпайся. Напиши что-нибудь, ты тут, Юля? Она может вылетела. Не, ну это хуёво. Да ты что? Не верил, нет? Да, ну... Не умри, блядь. Ебать, на туре, когда захлебнется. Скот зарезали, нахуй. Скотобазу. Да, да это пизда. Синхан, лутай, красный посох, лутай, посох распыления называется лутай, одевай его, нажимай на свой портрет левой кнопкой мыши, а теперь на посох левой кнопкой мыши, ты получил баф, молодец. Теперь иди в сторону ромбика, 3D метки на полу, как другие совы, иди сюда. А кто будет держать моба второго? Короче, Холидринг, тебе двоих надо поймать. Юля, что? Проснулась? Юля, тут нет. Нет, она стоит АФК. Да ну нахуй. Имба, не контрится. Она в DC хоть? Чуть не вижу. Кого держать-то, блять, ебаный в рот, ну. Ты, этого инженера. А кто держи сможет? А кто сможет держать вообще? Мишку, да не инженер. Блять, это надо. Инженера как раз надо держать. Отойдите, этому надо. Отойдите эту ёбку с топором. Пусть он всех держит, блять. Ну, двоих. Этот. И Телоник. Не бейте его, пока сейчас он будет 100 раз мне таргет. Заебись ты. Там кости двоих держит. Его что-то починили? Или что? Да нет.
Быстрее, Робби, уже не так меняют часто. Вентилятор. Блин, вроде бы все без проблем. Ну и да. Главное из-под бомбы отбежать. Это самое главное. Это самое, блять, простое. Вот пидор два раза меня выбрал. Мобов эти бьём. Подряд. А Юля... А, её откинула просто. Бабу РДД. Всё, кливаем их тогда, блядь. РДД поближе к правой стене, чтобы фир вас не доставал. И бабу быстро убиваем. После бабы остальных. Нормально вы все стали. Бля, сейчас будет фир, потом бомба. Бомба 5 секунд. Скажите аккуратно. Ну, на самом деле проблема в том, кто будет фениксов водить. А вот сейчас я выкинула. Они не замедляются, понимаешь, в чем трабл? Они не замедляются. Так как Акатрисия сможет в случае чего? Водить Феникс. Вы АОЕшкой сорвете. Водить Фениксов сможет только Холидринг. Ебать, вы все встали хуёво. Нужно кто-то, чтобы на килле агро набирал. Какой-то ДКшник, наверное. О, кстати, реально. Пусть... Какой из них кто сможет? Инвизибл сможешь? Просто стойку и на келе агро набирать. Да частицу пусть... на него закинем. Инвизибл дамажит просто больше. Может лучше пусть консилятор? Ну давай, ну, консилятор, ты слышишь? Инвизибл, давай, инвизибл плюсанул, пусть он хуярит. Все, инвизибл. Бомба, отойдите. Когда будет кель? Когда будет кель? До фазы 30 секунд. Вот этих двоих надо быстрее. Первого лорда Сангвинара убить надо. Потом с бомбой. Смотрите, бомба скоро будет. 7 секунд. Да бейте по Телоникусу, тот сдохнет. Авелане, Иннер дайте, плюс я пытаюсь ману резнуть. Иннер дайте хилам. Стелси, бидон, Авелане. Да. Стелси. Цена откатится. Так. А, ебать, сейчас еще этот пойдет. Смотри, фаза 5 делай... секунд, иди к келю в Invisible. Частицу на Invisible перевешивай. Че, на Invisible, на пулю? На пулу Invisible, да. Теперь добили, даем Геру фул по келю ДПС. По Invisible максимально. Мне мобов ловить, да? Тебе обязательно ловить фениксов, никто другой это не сделает. Их убьет. Ну все, шотнул нахуй. Шотнул. Ладно, давай заново, ну надо в танка это делать. Ну конечно бьет нормально. Ну и падаем хуй. Без танка тут нехуй делать. 45к там? Не, 45к вообще никак. Катрися, танчи. Ну? Так а хули уже дамаг стопнули, блять? Ну, по крайней мере, я стопнул. А, то тебя там дамага, блять. Давайте. Ну, ты вагон, блять. Не это, не БР, не давайте ничего. Все, падайте. Ну, то диван. Ну, выходите с платформы. Диван, ебаный. Отходите оттуда на ступеньки. Кель еще отводится, они там не там держатся. Хотя можно и там держать. Там диван на взлетке ему, да, неудобно. Дали диван, ебать. Дали уже. А висит диван. А, висит? Хуёво, куда висит. А чё, всегда стоять должен? Да. Как будто виагры выпил. Можно 500 ИБ на базу ИБ. Можно, в принципе, их сводить. Дома срез за 500 ИБ. Да, в принципе, можно, но у нас этой проблемы не было раньше. Сейчас придется их сводить, потому что ДПСа надо больше. У нас, если, ну, плюс один не будет, то... Мы боялись афера и бомбы. Что какой-нибудь мелик 1-2 цепанут, умрут там. Неудачно зафиряет, плюс бомбы. Варьеров вроде такого не случится точно. А вот у остальных не знаю. Руки ваниши сейчас... могут ловить фир. Нет. Так, мораль. Этот нет. Мораль берем. Он физический же. А какая разница какой? Ты пробовал? А, Юля, большая, я пробовал. Кош магический только это вот. Я так, говорю ванишем. Ванишем. Нет, не работает, я тебе объясняю, блядь. А я не тебе, что я этому. Да-да, я не услышал про ваниш. Пасифия уходит. Подожди, фир можно задать. Куда уходишь? Не знаю, написала. Точно тебе уходить надо, может? Ну, срочно пишут, может, уходить надо. Ну, пиздец. Тогда мораль берем.
Получается на вторник. Не знаю. Уже один трой ухожу. Как хотите. Вторник. А, есть. Свято тоже один трой уходит. Значит, такова судьба БС, Инжайн и так далее. Ранний уход с РТ. Непредвиденный. Я понял нахуй. Ставьте шкаф. Пасифия, точно ты ушла уже? Где чё, или может останешься, Трай? Он Юля зашла. Да я вижу. Всё? Понятно. Тогда мы... ДПС. Тогда мораль сгоним. Блять, я думал, хоть вместо собой... Тогда никому нельзя умирать. Ну там впритык вообще, блять, ДПС. Пару пугов это пиздец. Много. Так что, сводить? Ну я не знаю, если типа в бомбу не зафиряют никого, то своди, типа, блядь, если это 100% нахуй. Если в бомбу зафиряют, будет печально. Подожди, по-моему, так хуёво, неудобно. Там два моба рядом. Не знаю, по-моему, норм. И как? Тебе надо, типа, заранее отходить, блядь, от того, и чтобы тебя еще и это не ёбнуло. И как тебя вообще убило? Астральный тесак убил. Ну, хуйный клип для двух мобов. Инст полный. Я хуй знаю, там даба не подождет нас там? Но если далеко... Юля опять вылетит. Нет, там рейнджа не хватает, чтобы она нас подожгла. Там нормально. Ну нет, я про то, что РДДшники, когда подбегают ее бить, мы сбиваемся кучей справа, чтобы ее бить. Ну так сбегитесь кучей слева. Так слева фир. А, ты об этом... Нас фиряет, да. Я не знаю, что вы там придумываете. Невеста. Мы ничего не меняем. Мы бьем, как мы били. Просто сейчас не было танка. Просто не было танка. Не знаю, что вы придумываете. Юля, у тебя нормально там? На кого там бьют, блядь? Я кидал. Пасифея, я кидал уже. 300 ИП было накинуто. Ты была в рейде. За три босса было накинуто уже. Ну да, Келя было. Еще накидывалось. Ты в ДД. Все, нажимаем да и будем запускать. Че там по СС откатился? Пристабал. Ну короче, как откатится там на бодикону также. Так, если что, первые МБР у нас будут, что у нас? Пушки меняйте! Пушки свои одевайте. Все готовы будут запускать. Почапал. Вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаганора. Впечатляет. 5 секунд и выйдет. Смелости выступить против Светокрада Таладрада. 3, 2, 1. А, вот ты что, Миша. Сука. Синхан, работаем. Чего прыгиваетесь-то? Синхан, Вара, если вторая пати. Брателла. Синхан, ты тут? Да у него может КД еще, нет? Нет, нет. Нет, КД нету. Нет, КД у него вроде. Синхан, а он ищет его. Ищу. Сука. А рейд фреймы у тебя есть? Вон он возле кружка нет. Лежит, тело его тупое. Зависло, зависло, зависло. Сука. Ну и все, спать можно идти, значит. Опа, дискон, походу, это вылет. Да, это дискон. Все, пиздец, из жопы, нахуй. Все. Хорош погоняться. Все против нас. Да. Охуенно. Сегодня бог против нас. Видать, кто-то был плохим мальчиком, да? Слава. Отлично. Да, в натуре, блядь, кто-то слишком много... Доброй ночи, пока. Че, рой получается, да, даем? Да, вот если не можем донести в льду пойти, чтобы завтра пойти в око. Хорошая идея. А ну, принести аж на вторник. Есть холипал, есть ирдру. Нормально. Ну да, в принципе.
Так у нас... Ну давай. Один, два. Давай так и сделаем, потому что нет вероятности, что завтра люди будут с нуля заходить. После этого, как он называется, после релога, после дискона заходим. После работы. Ну, давайте я тогда пошел, ждать не буду. А, минут три.